С чего начинается развитие внутреннего туризма? Безусловно, с людей, замотивированных на это самое развитие. По приглашению Комитета по культуре администрации в городе 2 дня работает кандидат психологических наук, известный не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами бизнес-тренер Тамила Железняк. В субботу для рестораторов и ательеров региона она провела презентацию проекта «Основные инструменты обеспечения возвратности клиента и туриста». Как бы банально ни звучало, но приедет ли клиент в город снова, полностью зависит от того, где он спал и ел. И вернется он к вам только при одном условии. Если вы его, как кошка, котенка оближете, примете, ему будет хорошо, он это запомнит. Помните, о чем я вам вчера говорила? Почему вы не даете сувенир своего отеля? У вас так хорошо, так уютно. Я хочу в него вернуться, и я хочу видеть его телефон.